В Чувашии сохраняется оранжевый уровень опасности. Жаркая погода создает реальную угрозу здоровью. Кроме того, она негативно влияет на некоторые сферы хозяйственной деятельности. Медики предупреждают, жаркая погода влияет не лучшим образом на здоровье людей всех возрастных групп. Особенно страдают те, кому диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, пожилые люди и дети. По возможности надо ограничить свое нахождение на улице под прямыми солнечными лучами. Носите светлую одежду, головные уборы и пейте больше воды. На территории республики уже с 1 мая действует особый противопожарный режим. В лесах установился 4-й высокий класс пожарной опасности. Специалисты называют человеческий фактор одной из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса, следует соблюдать все меры безопасности. Если вы обнаружили очаг пожара, незамедлительно сообщите об этом по единому номеру 112.